Всем привет! Стою на загрузке у дорожников, у дорожной службы какой-то. Ну, Воронежская, как она, наверное, Воронеж Автодор. Вот они, крючки крана, кран грузит. Грузят краном, короче, все свое барахло грузят, собирают. И поедем на Казань. Попрям. А я пока сижу, чаек, кофеек. Меня, наверное, целый день грузить будут. Ну вот, там под краном грузился. Там другая фура уже, следующая пришла грузиться. Ну а я что, выдвигаюсь потихонечку. Ну, выдвигаюсь опять. Мне торопиться абсолютно некуда. Сегодня у нас четверг. Выгружаться мне в воскресенье, так что ехать до Казани 1000 километров, так что я буду выезжать послезавтра. Время у нас уже 5 вечера почти. Так что я сейчас домой на стояночку. Завтра день дома, там дела кое-какие. И все. Что я взял? Взял керосин. Сейчас в автономку залью. И взял равинола. Вот такую жидкость я использую в зимнее время периода. Хорошая вещь, очень выручает. В общем, это этиловый спирт. Пить его не рекомендую его пить. Говорят, для глаз очень вредно. Сейчас что делаю? Короче, заливаю. Ну, откручиваю перемычки, перекидки, заливаю туда равинол, заливаю керосин, и все, и прям на Казань. Вот и, соответственно, керосинчик. Оп. Оп. Так, откручиваем. Чуть-чуть пролил, но не без этого. Что у нас там что-то появляется. Все, сейчас те же солярочки. Получится у нас 50 на 50. Керосин, солярка 50 на 50. Вот, открутил трубочку. Сейчас я сюда буду заливать. Показать, вот машина спереди идет, да, вот легковая. Вереницу собрала сзади себя, мама дорогая. Сейчас прогал будет, чтобы показать. Сейчас на горочку пойду. Покажу, чтобы понятно было. Вот опять его догоняю. Сейчас в гору уходить будет. Обогнать не даст сейчас. Видите, да? Смотрите, какую вереницу сзади собрал. Там туда, 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 туда. Огоньки уходят далеко, далеко. Вот такие вот ездуны. Сейчас на гору выйдем, опять потащится. Вот мы новый уже день встречаем. Вчера до Саранска доехал. Это у нас Саранск. По объездной Саранской еду. Говорю, вчера до Саранска доехал, да спать лег. Время где-то около 9 вечера было. Вот сейчас 8 утра. Выдвигаемся. Утречка у нас морозненькая, спалось нормально. Так, сегодня по планам бы добраться до Казани. Меня после обеда как бы в Казани уже ждут. И надо будет, если сегодня еще разгрузимся, то вообще шикарно будет. Ну ладно, загадывать не будем, пока первая цель
доехать бы. Далеко от Саранска я не уехал. Сейчас точу вот антифриз. Сейчас до машины доберусь, покажу, что случилось. Добрался до машины. Что случилось, я сам не понял. Короче, у меня движок застучал. Движок застучал, сцепление выжило, вообще заглох. Открыл расширитель, выплюнул он у меня антифриз. Сейчас стоит, работает, все нормально. В поддоне масла нету. Ну, сапунит сильно, конечно. Сапунит сильно. Так, ну вроде еду потихонечку. Сейчас нагрузку не буду давать, сейчас километров 20 проеду. Остановлюсь, посмотрю, что у меня с антифризом. Че почем. Место проезжаю, где поршень оторвало. Что-то не везет мне в этой Мордовии, Республике Мордовия. Блин, не везет мне. В этом Чамзинском районе. Я тоже почти в Чамзинский район уже заехал же. Ну как почти заехал. Километров 10, наверное, от Саранска отъехал где-то у меня. Какая-то херня произошла вот. Сам не пойму, что случилось. Домой приеду голову снимать. Если, дай бог, все нормально доберусь. Сейчас главное добраться, выгрузиться. Вот это место, где стоял. Где-то вот здесь вот где-то я стоял. Поршень менял. До Ульяновска добрался. Сзади кольцо это Симбирское у нас получается, аэропорт. Так, полпути прошел после того грёма стука. Будем надеяться, и следующий полпути пройдем. Посмотрел, антифриз на месте, масло на месте. Единственное, что он греется, получается, если вентилятор не включен и греется. Ну, сейчас постоянно на принудиловке иду. Как бы ничего, терпимо. Ну вот и Республика Татарстан. Заезжаем или въезжаем. Как правильно. Буинский район. Тормознулся тоже он. У коллеги беда. Короче, эти болты на мосту срезало. Остановился, говорю, что помощь нужна, не нужна? Говорит, не нужна. Ну, как говорится, наше дело предложить, ваше дело отказаться, да? Так что так, продолжаем. Нам до точки осталось где-то километров 150. Будем надеяться, мы дотянем. Ну вот, я по Казанской объездной иду. На Тавалбере в прошлый раз. Куда через ездил, 500 метров сверните на съезд направо. Не, я не буду на съезд направо сворачивать. Я вокруг Казани поеду. Она меня ведет через Казань, через город навигатор. А мы поедем дальше. Сверните на съезд направо. Сейчас пересчитает. Перестроит маршрут. Так, мне еще на заправочку надо заехать. Литров 50 блеснуть на ночь надо. Через 400 метров поверните направо на съезд. Что, переночевай, потому поверните что на улице. Поверните направо на съезд. Что, переночевать, потому что на улице у нас уже за 20. Машинка парит. Ну, с Божьей помощью, ребят, добрался. Вот дорожники тут ковыряются, делают. Это трассу делают, М12 вроде будет. Да, М12 говорили. Там все ковыряют. Так что и к М12.
вклад небольшенький такой внес в строительство дорог. Дорожникам помог перебираться. И перекинули сюда. За 1000 километров, да, вот так вот. Вот наступило утро у нас. Меня разгружать начали. Морозик сегодня у нас за 30. Телефон 27 показывает, Казань. Но мы поскольку в поле, здесь пацанов он градусник, ну на машинах, 32,5 показывало. Разгрузился, выезжаю. От дорожников крышу мне чуть-чуть погнули на прицепе. Ну ладно, там не стал ничего там, не возмущаться, ничего там, как бы хер с ним, поправлю. Главное, не порвали ничего, там саму конструкцию погнули. Что-то я вообще ничего не понимаю. Короче, заправляюсь. Здесь тикает, здесь ничего, что-то не льется. Сейчас заправщики придут, что тут. 3 литра натикало, что-то хер что залилось. Так, что, мне на другую колонку перебили. Вот сейчас вот нормально и тикает. И на порт. А чё ты пистолет не держит ни хера? Так и хотят везде дядю Сережу надурить, а? Уже достали, блин. Подъезжаю к тому месту, где вчера МАЗ стоял, Тамбовский. Сейчас посмотрю, стоит, не стоит. Если стоит, надо останавливаться, что помогать дружбану, так говорится. Получилось, что у него не получилось. Что-то ни хера ничего у него не получилось. Тормозим, узнаем. Уезжаю от МАЗа, от этого Тамбовского. Ничего, говорит, не надо. Ни помощи, ничего. Там он уже доделывает. Я говорю, давай, что, помогу, покручу, что, замерз весь. Тот, не-не, езжай. Ничего, все, спасибо, что остановился, конечно. Говорит, ну, ничего не надо, езжай. Я, ну, смотри, говорю. Наше дело предложить, ваше дело отказаться. Как бы так. Все, добрался до Липецка. Короче, не хочет. Не хочет мазафака, чтобы его продавали, значит. Я ему условия поставил. Если не доедешь, на базар пойдешь. Как бы до Липецка добрался. Осталось теперь до места дислокации добраться. На ремонт. И все. Так что всем пока, всем спасибо за просмотр.